и ответ. Ответ очевиден. Нет, конечно. А полиция должна быть четкой, быстрой, эффективной. Милиция, будущая полиция, эти качества в ряде случаев продемонстрировала. Несмотря на большое количество людей, может уходить на улицу. Политика должна иметь свои формы реализации. Она может быть и уличной, но в рамках установленных законов. Митинги, демонстрации, пикеты никто не отменял, только нужно получать соответствующие разрешения. Есть прямая демократия, тоже нормально. Я неоднократно говорил, я считаю, что мы движемся в сторону прямой демократии. В ряде случаев будут вводиться снова процедуры, которые, может быть, когда-то были уже забыты. Но эта политика должна приобретать и другое измерение. Партии должны чувствовать ответственность за те полномочия, которые они получили. И наша главная политическая сила, Единая Россия, должна не просто царствовать, а должна проявлять ум, такт и силу. Должна выдвигать правильных людей. А коррумпированных и тех, кто вообще не хочет работать, соответствующим образом задвигать назад или наказывать. Другие партии должны участвовать в обсуждении всех вопросов. То, что они в оппозиции, еще не означает, что они отрезаны из общественной жизни. Они должны откровенно говорить о всех проблемах, которые есть. Это, кстати, нужно делать и на телеканалах. Я знаю, что вы предпринимали усилия для того, чтобы наши оппозиционные партии появлялись в эфире с большей частотой, говорили всю правду. Ну, несопоставимо. Сейчас это несопоставимо. Ну вот, значит, они просили, и это получили. Сейчас очень важно, чтобы они появлялись не только на федеральных каналах, но и в регионах. Потому что в регионах всегда есть возможность там чего-то, так сказать, подзакрыть там и так далее. Значит, я считаю, что этот закон, он сработал. И вообще нельзя упиваться достижениями. Нам в какой-то период удалось достичь многого. Мы стабилизировали ситуацию в стране. Взяли под контроль очень тяжелые общественные процессы, которые были деструктивны, которые могли разнести в клочья наше государство. Это было очень важно. Но одной стабильностью развиваться нельзя. Должен быть драйв. А драйв – это как раз желание что-то делать. Это намерение преодолевать себя. Поэтому тот, кто считает, что у него все хорошо, должен остаться в Куршевеле.